Что касается требований спецслужб установить нашим интернет-провайдерам специальное оборудование, которое позволит сохранять данные, то я его могу только поддерживать всеми силами, потому что это действительно помогает бороться и с терроризмом, и раскрывать преступления, и многие другие вещи. И, конечно, я останусь активным пользователем сети. Мне вообще совершенно непонятна истерика, которая связана с вот этой защитой так называемой частной жизни. Если вы человек честный, вам вообще говоря нечего скрывать. Пожалуйста, я могу свою переписку, свои контакты, свои там записи в Фейсбуке вообще открытыми и так делать. То есть я в этом смысле совершенно прозрачен. Скрывать есть что всевозможным, значит, там, людям с криминальными там, какими-то наклонностями, с теми, кто как-то связан с коммерческой тайной, вот, это каким-то таким людям, тем более террористам, вот, или людям, которые ведут себя там, как-то просто безнравственно, занимаются какими-то непоощряемыми обществом вещами. Вот, поэтому всякая прозрачность, она работает против таких людей, и я всячески за увеличение прозрачности.